Духовой оркестр правительства Тувы дал концерт в Ярославле. Выступление состоялось в рамках гастролей коллектива при поддержке Минкультуры Тувы. После духовики отправились в Кострому. Главный же концерт оркестра случится в Подмосковье 29 января. Там музыканты покажут программу «Парад Победы на льду». Слово Константину Куцевалову. Несколько секунд тряски и самолет в воздухе. Впереди Москва. Редкий случай, когда не духовикам аплодируют, а музыканты рукоплещут пилотам. Полет хороший, спали, храпели, в общем, все хорошо. Из самолета в автобус. Впереди еще 4 часа пути до Ярославля. В одном из старейших русских городов уже вечером первый концерт в рамках гастролей. Мы же состоимся в духовном обществе, всероссийском обществе. И в Ярославле, и в Костроме есть филиалы, соответственно. И они нам тоже помогли сделать вот такие вот замечательные выступления. Программа разнообразна. Для зрителя произведения и тувинских, и российских, и зарубежных классиков. Начали мощно со знаменитой композиции «НСАЙ». Продолжили бодро французским «Канканом». И вишенка на торте. Совместное выступление тувинских и ярославских духовиков солирует народная артистка республики Софья Караол и Белек Баву. Дирижирует Анатолий Зубарев. Главный дирижер Ярославского муниципального духового оркестра Анатолий Зубарев не скупится на восхищенное признание. У вас очень много и таких, и в хорошем смысле, изюминок, которые сочетают в себе и национальный колорит, и современное молодежное направление. Это очень большая редкость в традиционном духовом жанре. Слова Зубарева тувинские духовики тут же подтверждают фирменными танцами. Ярославскому зрителю уже легендарное произведение оркестра «Устухуре». Зритель в восторге, но из-за ковидных ограничений в зале процентов 30 от заполняемости. Кричать мы будем. Браво, браво, браво. Молодцы, молодцы, молодцы. Раз в 2 года в Ярославле проходит фестиваль духовых оркестров. Очередной состоится либо в мае, либо в сентябре. И оркестр ТВ я буду очень сильно рекомендовать. Я надеюсь, у нас все получится. И мы покажем нашим зрителям, потому что это уже многотысячная аудитория. То есть это в народный праздник, вернее, в праздник Дня города нам дают большие площадки. Следующий концерт тувинских духовиков состоится 27 января в Костроме. Спасибо за теплый прием. Спасибо. Константин Куцвалов, Вести ТВ, Кызыл, Москва, Ярославль.